сегодня в программе. Трагедия обернулась быстрой ездой большегрузного автомобиля по автодороге Патрокол-Седанка. Водитель фуры не справился с управлением на повороте, в результате машина перевернулась. Есть погибший. Дорожная разборка между двумя водителями закончилась стрельбой. Одного из пострадавших увезла скорая помощь. Веселое застолье компании закадычных друзей закончилось аварией. Разбито 4 автомобиля. Медицинский партнер программы «Фальк». Современная медицина во Владивостоке. Предупреждение. Данная программа содержит сцены курения. Минздрав Российской Федерации предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. Трагедия обернулась быстрой ездой большегрузного автомобиля по автодороге Патрокол-Седанка. Водитель фуры не справился с управлением на повороте, в результате машина перевернулась. Есть погибший. В районе съезда на улицу Фадеева по крайней левой полосе едет груженная фура. Несмотря на предупреждающую разметку и знаки ограничения скорости, водитель автомобиля даже не пытается притормозить. На очередном повороте длинномер начинает опережать легковой автомобиль, который едет по крайней правой полосе. Все это зафиксировал регистратор движущегося следом автомобиля. Я так и знал еще. Автомобиль налетает на леера, переворачивается и сносит несколько десятков метров ограждений. Тяжелый контейнер откидывает на несколько метров на противоположную сторону дороги. По чистой случайности на его пути нет встречных автомобилей. К месту происшествия спешат очевидцы, чтобы оказать первую помощь пострадавшему. Занесло его на повороте, и такая вот ситуация. То есть выбросило... На леера, в общем, тут все это получилось так. Ну, еще, опять же, дорожные работы проходят, непонятно как. То есть в начале пути там видно, что блоки маленько смещены ближе к центру полосы. Ну, очевидно, легковая машина отжимала его, может быть, возможно, так. То есть видео есть, там посмотрит, кто разберутся. Ну, вкратце так, эмоции. Уважаемые водители, ну не ездите так быстро. Сила удара настолько сильная, что кабину длинномера буквально сминает и разрывает вместе с водителем. На дорожном покрытии осколки стекла, пластика, видны части человеческого тела. К месту происшествия прибывает МЧС, скорая помощь и полиция. Спасатели при помощи спецоборудования извлекают мужчину из искореженной кабины, чтобы передать его в руки врачей. Но помочь специалисты скорой помощи уже ничем не могут. По первичному осмотру, то есть что касается самого пострадавшего, погибшего, скорее всего, он погиб практически мгновенно, потому что машина перевернулась на кабину, на леера. Человек получил травмы, несовместимые с жизнью, то есть он погиб до нашего прибытия. Авария парализовала движение на автодороге Патрокол-Седанка. Проезд транспорта затруднен в обоих направлениях до ночи. Только вечером пострадавший в аварии автомобиль убрали с проезжей части. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и что или кто стал причиной трагедии. Дорожная разборка между двумя водителями закончилась стрельбой. Одного из пострадавших увезла скорая помощь. Все происходит вечером. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado едет к брату, чтобы вместе отпраздновать свой день рождения. В машине вместе с ним находятся супруга, дети, родные. Автомобиль движется со спортивной, на повороте на Калинина его начинает подрезать и, как утверждают очевидцы, вести себя по-хамски водитель автомобиля Toyota Vitz. Резко этот водитель с этой машины резко перестроился до аварии. Пришлось уходить почти на тротуар. В полосе догнали его, спрашивали, что ты делал? Он там вел себя агрессивно, там обзывался, Потом, резко несколько раз подрезал. Столько аварий, ситуаций случилось, что это на трассе. Ну и в результате вот здесь вот приостановились, а машина шла впереди. Автомобиль останавливается на пешеходном переходе в районе 9-го дома по улице Черемуховой. По утверждению очевидцев произошедшего, водитель Land Cruiser подходит к автомобилю Toyota Vitz и, по всей видимости, чтобы поговорить по душам. Но никакого разговора не получается. Водитель хэтчбека достает пистолет. Он достал пистолет и начал палить вот трижды, выстрелил в грудь, там такие рваные раны вообще. Но есть и другая версия произошедшего. Водитель хэтчбека утверждает, что он жертва. Ему всего лишь пришлось обороняться, и подрезал на трассе его именно водитель внедорожника. Вас ударили, я так понимаю? Да.
Он ударил мне первый, я оборонялся. Голова болит, не знаю, тошнит. От каких-либо еще комментариев водитель хэтчбека отказался, сославшись на плохое самочувствие. А вот пострадавшему в разборке первую помощь оказывают врачи скорой. Несмотря на то, что пистолет был травматическим, при стрельбе в упор он нанес серьезные повреждения. Врачи решают госпитализировать пострадавшего и увозят его в больницу. Второму участнику дорожной разборки врачей ждать придется в машине полиции. А вот родственники и друзья не желают успокаиваться на достигнутом. И здесь же пытаются продолжить выяснять отношения. Тихо, тихо! Да, да, да. Чё ты лезешь? Чё? Тихо, тихо! Герой будет! Или чё? Выяснять и разбираться во всех обстоятельствах произошедшего придется сотрудникам полиции. Однозначно утверждать можно только одно. История запутанная, и закончится она, скорее всего, только в суде. Телефон автопатруля 20-16-00. Невнимательно следил за дорогой и въехал в другой автомобиль. В пострадавшей машине находился ребенок. Выезд с улицы Карской на Луговую. Трамвайное движение парализовано на неопределенное время. Виновники стоят рядом, прямо на трамвайных путях, в ожидании инспекторов дорожного движения. За рулем автомобиля Honda Fit девушка. Она ехала за продуктами в магазин, когда в ее машину въехал микроавтобус Toyota Hiace. В салоне машины также был ребенок. Я поворачивала с озер, от минного городка, поворачивала в сторону Баляева. Пропускала машины и слышу сзади удар. Все. Не ожидали, потому что я пропускала машину, как сказал водитель микроавтобуса, о том, что он отвлекся, посмотрел в другую сторону, не заметил меня и въехал. Пассажирам обоих транспортных средств повезло, никто не пострадал, скорость была небольшая. Вот только это не спасло автомобиль Honda Fit, у него разбита вся задняя часть. А вот микроавтобус отделался легкими повреждениями. Луговая 32, произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель Toyota Hiace совершил столкновение с движущимся впереди него Honda Fit. Повреждения не превышают 50 тысяч рублей, поэтому будет оформлено по европротоколу. Водитель Toyota Hiace за рулем служебного автомобиля спешит по рабочим делам. Произошедшее он объясняет тем, что при выезде с Карской на Луговую отвлекся, следя за едущими по главной машинами. От каких-либо других комментариев он отказался. Виновнику ДТП, по всей видимости, придется отвечать и за простой муниципального транспорта. Его могут принудить компенсировать из собственного кармана вынужденную стоянку трамваев. Далее в программе. Веселое застолье компании закадычных друзей закончилось аварией. Разбито 4 автомобиля. Мужчина спешил на встречу с девушкой, в результате не успел затормозить перед пешеходным переходом. Стальные двери компании Doors. Передовые технологии. Благородный стиль. Монтаж бесплатно. Телефон 244-4-337. Дорс. Продай нам старую дверь до 15 тысяч рублей. Только у нас весь июнь скидка 55% на изделия с бриллиантами. Золотая мозаика. Плохо закрываются окна? Городская служба ремонта. Мы делаем ремонт окон, а также бесплатную диагностику и профилактику. Ставим москитную сетку «Антикошка». Мы окна не монтируем, мы окна ремонтируем. Городская служба ремонта. Звоните 200-0200. Хотите увеличить площадь своей квартиры? Увеличим и утеплим ваш балкон. Установим теплый пол и жалюзи. И все это с рассрочкой до 12 месяцев. Вот с этого и надо было начинать. Хороший балкон с 50% скидкой от компании «Хорошие окна». Курганские прицепы. Движение вперед. Уникальная грузоподъемность, усиленная подвеска, увеличенный кузов. Проверено дорогой. Автомобильные коврики «Кунка», разработанные для каждой модели индивидуально, закрывают 95% поверхности ворса, увеличивают звукоизоляцию салона, легко моются и надежно защищают ворс от пыли и грязи. «Кунка» – лучшее у ваших ног. Мы всегда рядом с вами. Скорая помощь, сопровождение ДТП и массовых мероприятий. Любая экстренная травматологическая помощь. Современная медицина доступна. «Фальк». Телефон. 2-790-790.
Веселое застолье компании закадычных друзей закончилось аварией. Разбито 4 автомобиля. Это происшествие – хорошая иллюстрация на тему, что может произойти, если сесть в нетрезвом виде за руль автомобиля. Восстанавливать случившееся происшествие приходится буквально по крупицам. Автомобиль Toyota Aleon выезжает с придомовой территории на улице Сафонова, 6. Водителю надо было выехать в город по своим делам. И слышал, он километров, наверное, 70 нёсся по ямам. В заднее зеркало смотрю. Ну все, уже деваться некуда. В руль вжался. Чтобы хоть голову оставить целым. Ну все, он меня бьет зад и едет вот в кореец, который стоит припаркованный. И там он притормозил уже скорость свою. Кореец на 1-2 метра, говорят, сместился. У Mazda Demio скорость не менее 70 км. Автомобиль сперва задевает правый бок припаркованной Honda CR-V и врезается в Toyota Aleon. После чего Demio отбрасывает в сторону, машина ударяется боком о Toyota Camry и врезается в припаркованный у обочины пикап. Я выхожу, смотрю, спущена шина. Вся дверь в царапинах. Стоят вот тут вот товарищи все. Ну, мне говорят, девушка, ну, вашу машину повредили. Ну, начали выяснять, что да как. Оказывается, мужчина пьяный проехал об мою машину, стукнулся, как об батут. Его понесло просто. Вот припарковался здесь. Виновник ДТП дает показания полицейским. Свое лицо он пытается спрятать, закрыв рукой. Объяснять, почему сел за руль автомобиля в пьяном виде, не может. А вот товарищи, водители Mazda Demio, продолжают свое веселье дальше. Произошедшее им кажется не более чем очередной забавой. Среди них сожительница виновника ДТП, которая прячет лицо от видеокамеры. Пока веселая компашка продолжает свои гуляния, хозяев поврежденных автомобилей волнует один вопрос. Кто будет за все платить и восстанавливать их машины? Водитель автомобиля Mazda Demio, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на придомовой территории по адресу Сафонова, 6 и ударил поочередно 4 припаркованных автомобиля. К счастью, у виновника страховой полис ОСАГО есть, поэтому выплаты покроются в полном размере. Но дальше выясняется еще одно обстоятельство. Пьяный водитель не хозяин Mazda Demio, он взял ключи от нее у своей сожительницы. А сам автомобиль принадлежит маме сожительницы виновника аварии, которая при случившемся не присутствовала и ключи от своей машины никому не давала. О чем пожилая женщина и заявляет, подоспев на место происшествия. По всей видимости, добиваться справедливости хозяевам поврежденных автомобилей придется в суде. Телефон автопатруля 20-16-00. Мужчина спешил на встречу с девушкой, в результате не успел затормозить перед пешеходным переходом. Автомобиль Nissan Gloria движется по улице Калинина со стороны Золотого моста. Водитель спешит на работу, но скорость не превышает. Дорога мокрая, это может привести к аварии. У пешеходного перехода рядом с домом номер 80 по улице Калинина останавливается и тут же чувствует удар в заднюю часть. Пешеходов пропускал, конечно. Вот, пожалуйста. Пешеход быстро? Не пешеход не пострадал? Нет, девочка как раз проходила, она номер еще оставила. Как свидетельница? Да, как свидетельница, если что, сказала, поможет. Ребята что говорят, быстро ехали? Нет, говорит, совсем потихоньку ехал. Ну, как видите, он потихоньку, что даже есть пешеходный переход проехал. В «Глорию» въезжает автомобиль Honda HR-V, но и водитель этой машины не является виновником ДТП. В него самого въехали. Сзади в Honda HR-V въехал автомобиль Toyota Corolla Fielder. Водителю Fielder имени своего называть не хочется, и на вопросы он пытается отвечать, подшучивая. Ехал оттуда, они тормознули пешехода пропускать, и я ударили. Быстро ехали? Да. И что, не успели затормозить? Нет, 120 ехал. 120 ехал? Да. Почему так быстро ехали? Потому что там и ждали меня. Торопились, получается. Куда торопились? Там девушка ждала меня. Что, дождаться не могла? Нет, там просто свечка чуть ли не потухла. В тройном столкновении на улице Калинина пострадали только автомобили. Страховки виновника аварии, по всей видимости, хватит, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим сторонам. Гражданин Кореи спешил на деловую встречу, вот только правила дорожного движения, по всей видимости, повторить забыл. Как результат – авария. С
Со стороны Гамарника по улице Иртышской движется автомобиль Toyota Highlander. За рулем женщина, которая спешит по семейным делам. На перекрестке с улицы Постышева в правый бок Highlander врезается Infiniti FX35. От каких-либо комментариев нашей съемочной группе женщина отказывается. Она в шоке от произошедшего. За рулем автомобиля Infiniti FX35 гражданин Южной Кореи мистер Ким. Русского языка не понимает, отвечать на вопросы за него приходится переводчику. Ну, насколько я понимаю, не убедился в безопасности маневра, выехал, а водитель двигался по главной. Все очень просто. По всей видимости, мистеру Киму плохо известны правила дорожного движения, из-за чего ему пришлось опоздать на деловую встречу, на которую он так сильно торопился. Никто из людей в аварии не пострадал, чего не скажешь о машинах. Из-за высокой стоимости обоих транспортных средств европротоколом здесь не обойтись. Сотрудники автомастерской своими силами пытались потушить пожар. Играть в пожарных долго не получилось. Когда огонь стал распространяться, позвонили в 01. Горит автомобильная мастерская по улице Нейбута, 17А. Ее помещение расположено на территории бывшего бомбоубежища. Здесь же находится и круглосуточная сауна. Когда автомастера увидели пламя, то тушить его изначально пытались сами, но позже это горячее дело все же решили доверить пожарным. Сообщение о пожаре поступает в 15:42 на пульт дежурного. На место происшествия немедленно выезжают несколько пожарных машин. Горели лакокрасочные материалы и компрессор в автомастерской. Проведя разведку, огнеборцы приступили к тушению. Для тушения было привлечено 5 единиц техники и 18 человек личного состава. В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сотрудники автомастерской и сауны не пожелали как-либо прокомментировать произошедшее, а приехавший к месту пожара неизвестный молодой человек вообще решил запретить съемочной группе работать. Не вышло. Причины пожара, а также размер ущерба в настоящий момент устанавливаются. Компания «Ваш сезон». Продажа, профессиональный монтаж и сервисное обслуживание любых кондиционеров. Погоду выбирайте вы. Столетие 74. Телефон 298-75-55. Искренне «Ваш сезон». Уважаемые жители и гости города, будьте внимательны и осторожны в местах массового пребывания людей. Если вы заметили подозрительный предмет, человека или автотранспорт, длительное время находящийся вблизи мест скопления людей, срочно обратитесь к ближайшему наряду полиции, в дежурную часть или позвоните по телефону 02. Автопатруль.